Короче, ребята, было мне скучно, и я заделался немножко фотографом, видеографом. В общем, снимаю сейчас видео, фотографирую людей, там или природу, или еще что-то. Вот. Поэтому я открыл в связи с этим новую страничку в Инстаграме. Ссылка в описании будет на этот Инстаграм. Там мои работы по фотографии и по видео, да. Вот. Это к чему? Вот сейчас я вам хочу здесь показать, в этом, на моем YouTube-канале. Короче, залить этот мой первый видеоклип, который я снял за деньги, да, то есть, ну, мне заплатили, вот, люди, и я снял его, и, ну, снимали, точнее, я снимал на простую камеру, недорогую, и, конечно же, без всякой аппаратуры, даже без стедикама, то есть, нету никакой стабилизации, поэтому не хватает немножко динамики в этом видео, вот, ну, стедикам я уже заказал, ну, там, у нас еще будут кое-какие клипы, планируются в будущем, вот. И поэтому не было никакой там, знаете, обычно оборудование, команда, куча людей. Нет, ну просто вот пару человек собрались, да, вот певец, который Ингвишел, имеет очень хороший голос, прям вообще мощнейший, да, вот сейчас вы послушайте, убедитесь в этом. Вот, кстати, музыку и слова написала Ольга Шашкеева, это моя коллега, тренер, вот, по фитнесу и бодибилдингу. Вот, представляете, тоже музыканты, это самое, в смысле, не музыканты, спортсмены тоже могут себя показывать, как видите, в музыке. Вот, ей помог в аранжировке, ну, точнее, сделал аранжировку ее брат, да, вот, и спел Ингвишел, как я сказал, да, вокалист. В общем, собрались, у нас было четверо, я, да, Игорь, то есть Ингвишел, который поет эту песню. Вита, это девушка, которая тоже принимала участие. Она тоже, кстати, тренер по фитнесу и бодибилдингу. Короче, в общем, решили клип снять качки, в общем, да. Вот, тоже она участвовала, да, в этом снималась. И Ольга Шашкеева тоже принимала участие в создании клипа. Та девушка, которая написала музыку и слова, она там тоже помогала, какие-то идеи давала, бывало. То есть там все принимали участие. Это не просто я там один, как бы, да, снимал видео. Каждый что-то мог, знаете, сказать, предложить, куда идея. То есть был изначальный сценарий у Игоря, да, то есть у вокалиста. Вместе с Ольгой они там что-то разрабатывали. Потом там я чуть-чуть добавил кое-какие локации, идеи там. Потом, в общем, каждый что-то внес, да, свою лепту в это видео. Поэтому вот так вот. Поэтому можно сказать, что все чуть-чуть были режиссерами, да. Я вам скажу, что мне нравится эта штучка, фотографировать. В общем, нравится заниматься этими всеми съемками. Прикольно, кстати. Я раньше участвовал как актер, да, то есть там снимался в разных рекламах, там, в сериальчиках. Понятно, что это были роли не главные, такие, там, где-то качка играть, какого-то мачо, спортсмена, там, какого-то бандита, короче, такое, да, где-то такие роли фрагментарного порядка. Вот. Но сам процесс, знаете, на съемках прикольно, там такая своя атмосфера. Знаете, как есть вот музыканты, у них своя атмосферка. Там какая-то такая вот, да, специфическая, да, субкультурная. Так же самое здесь, в этом, на кино, знаете, как-то так, ну, прикольно, весело, не знаю, вот какой-то позитивчик чувствуешь. Люди такие какие-то, знаете, на съемках всегда, что там какие-то, ну, вот эти все, я имею в виду, не актеры, а именно там даже режиссеры, там эти постановщики, в общем, какие-то они такие все позитивные, в общем, короче, прикольно, да. Вот если, допустим, сравнивать с музыкой, да, когда там какие-то конкурсы, там всегда какие-то интрижки, негативчик, зависть, там вот это вот все, знаете, там кого-то засудили, с кем-то не согласен. Ну, понятно, что любое соревнование, да, если бы это было в спорте, то же самое. Но там было меньше, понятное дело. В музыке всегда такая, знаете, желчь, что-то вот присутствует, такая скрытая, причем никто тебе не скажет в лицо, знаешь, ну, такая как бы немножко сыкливая, да, а там где-то за спиной будет болтать, короче, ну, а здесь на съемочках, как бы, в силу того, что нет особо большой такой какой-то конкуренции, нет, там понятно, что одному там какая-то главная роль, другая не главная, но никто об этом не парится вообще. Как-то так все это меньше. Да, понятно, что там в театре тоже присутствуют, ну, везде присутствуют свои какие-то там интриги, свои какие-то там терки, да. Но вот если так брать просто съемочную площадочку, вообще все классно. Вот, и я всегда очень был рад поучаствовать как актер. Теперь вот чуть-чуть, как бы, используя свои навыки какие-то и учась одновременно сейчас, тоже хотел бы себя попробовать вот в качестве видеографа, фотографа. Ну что, посмотрим клип теперь, да?
Не случайные случайности, быть может, наша встреча не случайная, но все же на одном пути остаться невозможно, но и бросить и обоим будет сложно. Лишь отбросив свои мысли на мгновение, сможем наши ощутить прикосновенья. Загляну в мои глаза, увидишь душу и поймешь, что без тебя мне мир не нужен. Болюша, мне без тебя сложно, но быть вместе нам невозможно. Обняв меня за плечи так небрежно, словами ты своими убиваешь очень нежно. Кто ты, друг мне или враг, уже не знаю, но тебя я очень часто вспоминаю. Убегаю к одиночеству навстречу. Может, ты судьба, может, время лечит. Болюша, мне без тебя сложно, но быть вместе нам невозможно. Обняв меня за плечи так небрежно, словами ты своими убиваешь очень нежно. Случайные случайности, быть может, наша встреча не случайная, но все же...